В Нижнекамске прошло большое заселение. Новоселье отпраздновали 55 фронтовиков и 7 детей-сирот. Все они получили ключи от новых квартир. К новому жилью прилагались и другие подарки. О том, как прошло торжество, в сюжете. На 87-м году жизни он впервые переступает порог своей квартиры. Большой, чистый, светлый. Хайдар Минигулович долгие годы жил в деревне с женой. 10 лет назад, когда супруга умерла, переехал к дочери. Родные рассказывают, когда дедушке вручили сертификат на получение жилья, не мог сдержать слез. Он эту квартиру уж очень долго ждал, вот уж дождался. Он, когда сказали, квартиры будут, очень радовался, даже расплакался. Сегодня Хайдар Абы сидит во главе стола, как настоящий хозяин дома. Поздравить фронтовика с новосельем приехала и администрация города. В честь праздника ветерану подарили букет цветов и микроволновую печь, чему дедушка очень обрадовался и сразу же пригласил всех выпить по чашечке чая. За столом Хайдар Абы признался, что от новой квартиры пришел восторг. Большое спасибо. Хорошая квартира. Понравился. И мы дальше больше жить будем так. По соседству с Хайдар Абыем будут жить еще 54 ветерана, 7 детей-сирот, а также работники промышленных предприятий города и бюджетной сферы. Сегодня состоялось торжественное открытие дома мира 95А. Многоэтажка здесь выросла буквально за несколько месяцев. Дом сдали в срок. Но уже скоро до неузнаваемости преобразится и двор. Я вам всем, уважаемые ветераны, желаю в этих красивых квартирах жить как можно дольше, не болеть, наслаждаться вот этой жизнью, этой красотой. Мы надеемся, что как станет снег, здесь будет произведено благоустройство, будут установлены скамеечки, беседки, и вы сможете здесь наслаждаться жизнью. Вот уже 3 года в Нижнекамске действует федеральная программа по обеспечению жильем вдов и ветеранов Великой Отечественной войны. Свои квартиры уже получили 663 фронтовика. В основном ветераны приобретали жилье в новых домах. Лишь 155 купили квартиру на вторичном рынке. Ну а в следующем квартале заселение произойдет и в этом доме по адресу Строителей 49. Новоселье справят еще 29 фронтовиков. Таким образом, в Нижнекамске программа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны будет выполнена практически на 100%. На очереди остаются 6 ветеранов из 669. То, что все фронтовики получат квартиры, говорят в администрации города, сомнений нет. Не сомневался в этом и Хайдар Абы. Следующее большое новоселье дедушка сыграет в преддверии 9 мая. Поздравить его с двойным праздником придут 12 внуков и 6 правнуков. Лилия Егорова, Артур Давлекаев, Вести Татарстан из Нижнекамска.